Становитесь сюда! Когда с нами говорит Бог, иногда я грешу. Или, бывает, совершаю какой-то плохой поступок. Порой мы думаем, такое несчастье не могло стать результатом Божьего промысла. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Во сколько ты должен быть в мастерской? В 4 часа. Это же на другом конце страны. Ты что, боишься? Ты справишься. На лесопилке негде спать? На какой лесопилке? А ты не оттуда? Я священник. Я вас представлю. Викарий тебе обрадуется. Голубь, Войцех. А я Ксенц Томаш. Я давно ищу того, кто меня заменит. Мне придется мессы служить? И не только. Я видел снимки погибших. Такова воля Божья. Убийство 7 человек? Я слышал, вы спрашивали о водителе, святой отец. Я понимаю ваше любопытство, но это расследование окончено. Я имею право говорить с верующими, о чем хочу. Уголовника в семинарию не примут. Пани Лидия, святой отец, кое-что о вас рассказала. Правда? Хрен ли ты лезешь не в свое тело? Что мы умеем лучше всего? Отрекаться. Пальцем показывать. Простить не значит забыть. Это значит полюбить. Полюбить со всеми недостатками. Какой бы ни была вина. Надеюсь, викарий скоро вернется, иначе я... Тело Христово. Фильм Яна Камасы.